В Москве сегодня назвали имена победителей престижной международной премии «Глобальная энергия». Она вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области энергетики. В этом году лауреатов двое – российский академик Сергей Алексеенко и профессор из Австралии Мартин Грин. Они были выбраны из 10 претендентов. Грин отмечен за разработки в области фотоэлектрической энергии, а работа Алексеенко посвящена созданию энергосберегающих технологий. Он уже сообщил, что потратит деньги на новые исследования. Весь премиальный фонд – 39 миллионов рублей.